В Бендерах сегодня целый день обрезали ветки декоративных шелковиц. В городе их осталось немного, все в Преображенском сквере. Там же появилась и новая фотозона. Сегодняшний весенний плюс 15 просто требует улыбки и красоты. Принарядиться решили не только девушки. К весне готовится и город. Сегодня в Бендерах целый день что-то подрезают, сажают. А в центре города появилась вот такая вот красота. Зимний декор убрать еще не успели, а к весне уже готовится. Разноцветные зонты – это эксперимент. Перед дизайнерами стоит две задачи. Зону подсветки с фонарями нужно украсить и затенить, чтобы весной и летом людям было где спрятаться от солнца. Если идея приживется, то зонтики останутся и их станет больше. Рядом с новой фотозоной устрашающие звуки пилы, пилят деревья. А как же та самая тень? Жители города помнят, как в прошлом году перед тем, как строить новый сквер, спилили всеми любимые декоративные шелковицы. Шума тогда наделали больше, чем от самой пилы. Это те немногие шелковицы, которые уцелели после вырубки прошлого года. Тогда, в мае, вырубили почти все деревья. Местные жители очень расстроились, даже протестовали, но деревья болели, вырубить их пришлось. На их месте теперь растут елочки. Те шелковицы, которые остались, сегодня обрезали. Это делают перед каждой весной, чтобы дерево выглядело красиво и не болело. Под нож попали и хвойные. Обрезают все сухие и опасные ветки. Те, которые могут упасть во время шторма. Убирают и сухую листву. Здесь будет зеленый газон и цветы-однолетники. Город вовсю готовится к весне. Регина Васильчук и Игорь Мацота, ТСВ.